Elvis. Распустились листочки. Элвиса рада. Элвиса рада. Рада такая. Хулиганка. Хулиган. Хулиган. А у нас на вишне, на наших ветках появились, распустились вот такие почки. Появились листики. Тоже книга по французской кулинарии. Сейчас открою, покажу вам в предвкушении. Завтрак. Вот таких лаймов нарвала в пути домой. Красавцы. Хотела показать книгу, которую вчера получила, «Французская кухня», но также ее влияние на кухню других стран. Очень приятная, уже сделала много закладок. Будем готовить. Вот прям очень понравился вот этот рецепт. Снэпа, рыба, и тут у нас бульон, бананы, в общем, что-то такое прекрасное, по-моему, должно быть, но вообще много всего занимательного. Распакуем с вами посылку вот такой чудесной бумаги, как я люблю. Здесь будет один дух и два средства для ванны. Была какая-то грандиозная распродажа, и я купила средства для ванны подарки, потому что, ну, подарки всегда нужны. Очень уж они были привлекательные. И до кучи забросила один аромат. И этот аромат оказался очень ужасным. По описаниям я не посмотрела, когда заказывала. Но такое тоже нужно пробовать. Так что давайте я сейчас покажу, что это, а потом уже буду пробовать и все подробнее расскажу в видео, ну, конечно же, на моем канале, Инстаграм и Телеграм-канале. Так, так, приблизились. Так, здесь у нас, так, я не знаю, что это у нас такое. Конвертики, пробники, вот из этого магазина я, собственно, там и покупала пробники. Здесь они любезно мне положили ароматы. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Аромат, который я заказала, этот аромат от Strangers Parfumerie Sombre. И два вот таких чудесных масла для ванны от Artigia Sicilia. Это итальянский такой бренд. В общем, я думала его дарить в подарки кому-нибудь. Очень красивые. Одно с гранатом, а другое с фигами. Давайте откроем. Этот невозможно открыть, а вот этот как будто бы ничем не скреплен. А нет, тут есть. Давайте-ка мы его подденем. Посмотрите, как. Шикарно. Шикарно. Сейчас аккуратно открою, понюхаю.
выйду из кадра. Обворожительный запах свежих фигов, инжира. Такого вот прям, знаете, только-только-только с ветки сняли. Очень красиво. Мне кажется, подарить кому-то будет здорово. Ну, возможно, я один себе оставлю, другой подарю. Такая уж я ля-ля. Вот такие вот подарки. И аромат сомбры. Давайте я его открою отдельно. Давайте вместе распечатаем этот ужасный аромат под названием «Сомбры» от Strangers Perfumery, авторства Прима Ламоса. Вот здесь у нас ноты, среди которых очень даже приятные – шампанское, роза, грибы. Но также присутствует рвота, плесень, анималистические ноты и подобное. Вот в таком пакете у нас вот такая коробочка, совершенно обычная. Не предвещающая никаких ужасов. Внутри находится аромат. Так он выглядит. Опять у нас ноты. А вообще послание от парфюмера гласит, что откройте свое сердце для чего-то нового, для новых парфюмерных открытий. Ну, давайте откроем. На самом деле ничего ужасного, ну, по крайней мере, на бумаге я не чувствую. Многие писали, что очень ярко выраженный аромат рвоты, но... Здравствуйте, Элвис. Скорее, аромат плесени, аромат грибов, аромат влажной земли. На Немалика присутствует, но очень приятное. Не чувствую ни цветов, не чувствую ни каких-то ужасных потных нот. Аромат такой, вот знаете, лесной, колдовской, может быть, немножко, но не противный. Честно говоря, я думала, я его подарю врагу или просто выкину, но на самом деле... Он очень даже красивый. Такие вот метаморфозы. Иногда нужно пробовать что-то такое страшное, чтобы понять, что оно вполне себе симпатичное. Я купила на какой-то невероятной распродаже, закинула его в корзину, потому что больше ароматов от этого бренда, ну, не было. Они уже были все распроданы. Только потом я посмотрела, из чего же он состоит, и немножечко испугалась. Сейчас буду пробовать вот эту маску. Вот эту обожаю. Делала 3 раза. Мне очень нравится, сужает поры, ну, как-то освежает цвет лица. Конечно, разовый эффект, но все равно очень приятный. Классная, очень классная маска, прям рекомендую. Я тебя люблю. Носила на кожу, нанесла на тестер, на бумажку. И знаете что? Он совсем не страшный, абсолютно не страшный аромат.
он не пахнет всеми этими ужасами, которые присутствуют в его пирамиде. Он пахнет лесом, он пахнет грибами, он пахнет влажной землей.